О том, как проходило голосование в нашем регионе и как его результаты отразятся на жизни страны уже в ближайшем будущем, сегодня рассказали члены Общественной палаты Красноярского края. Серьезных нарушений, которые зафиксировали наблюдатели на избирательных участках Красноярского края, не было. Те звонки, которые поступали, они были связаны, ну, например, со средствами индивидуальной защиты, когда на одном из избирательных участков маски должны были быть в индивидуальных упаковках. К сожалению, они там не были, поэтому мы обратились к председателю избирательной комиссии, и это замечание было исправлено. Безусловно, поправки, на мой взгляд, очень серьезно сыграют уже в ближайшем будущем. Первым, я думаю, почувствуют представители управленческого класса, потому что многие поправки очень серьезно меняют правила игры, перераспределяют полномочия между разными институтами власти. Как это все будет на практике? Ну, сейчас высказываются разные гипотезы. Я думаю, здесь не стоит забегать вперед, надо просто подождать, посмотреть. Но то, что эти изменения будут уже, на мой взгляд, в этом году, я думаю, в этом сомневаться уже не приходится.